Да, девочки, еще одна новость этого месяца января. Это наше Евровидение, которое пройдет у нас в стране 22 января. И мы, уважаемые друзья, продолжаем вас знакомить с участниками отборочного финального тура. Сегодня это Саша Захарик. Оля Сарако заглянула, вытащила ее вчера. Саша, во время Даниэлы. Давайте послушаем. Привет, Саша Захарик. Ты же вроде не мальчик. Почему Нет. ты Саша, а не Александра? Мои песни настолько близки, мне кажется, душевно. Они какие-то такие, как их называют, милые. Александр — это что-то такое величественное. Да. Ну, у меня сразу же ассоциация. Гимн. Ну, вот, грубо говоря, да. А Саша — это что-то такое свое, такое. Эй, Саша. Говорят, что ты сама вкладываешь свой проект на Евровидение. И никто тебе не помогает, и нет у тебя спонсоров. Да, это правда? Каждую копеечку, да. Ежедневничек записываю расходы. А что делать? Да, да, да. Тогда главный вопрос, а зачем? А зачем? Зачем? Так вот, собственно, нет ответа. На самом деле нет, все очень просто. Хочется чего-то нового. Жить весело и здорово, но всегда хочется жить еще более весело, еще более здорово. Вот сейчас у меня такая маленькая цель, выступить здорово, сделать хороший номер. Часто оставляли дома одну? Мне Может, кажется... оттуда твои... ты выходила на балкон, кричала, соседи, помогите! Нет, и джаз пошел. Честно говоря, как раз-таки с балконом связана не очень хорошая история. Я очень хорошо помню, как захлопнулась дверь, мама пошла вносить мусор. Но что самое ужасное, в этот момент ужин-то делался. Угу. Вот, газовая плита работала. И наш сосед полез на второй этаж, слава богу, невысоко жил. Человек-паук. Да, человек-паук меня, собственно, спас. Открыл окна, поэтому вот он меня вытащил, спас. И, собственно, слава богу, что все так закончилось. А твои песни, кстати, к Евровидению, на каком на языке? Что такое Gloria Night? Что это такое? Gloria Night, на самом деле, переводов много. Но для меня это, в первую очередь, это ночь сияния, ночь счастья, ночь гармонии, Хорошо, свободы. А для меня это что? Ну, то же самое. Да, я думаю, что, в принципе, подаришь какую-нибудь запоминающуюся строчку нашим телезрительницам из этой песни? Припевчик, конечно. Gloria Night, for from the morning light, dissolving in the air, and we are everywhere. Это была Саша Захарик, одна из 10 финалисток проекта белорусского Евровидения. Финал 22 января. Саша Захарик, болейте за наших, болейте за Саших. За болейте, Сашу. Болейте. Все отлично. Ну вот смотрите, оставляли дома не только Катю одну, Олю не оставляли, я это оставляли. Поняла, меня оставляли, свою историю вам расскажу позже. Ну и нашу вот финалистку, одну из финалисток, Сашу Захарик, тоже оставляли одну дома, она поэтому джазовая певица, наверное. Ну а что, какие свод правила?